Пандемия больно ударила по доходам людей и экономике в целом. В связи с этим были внесены некоторые изменения в закон о мерах, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения COVID-19. Также изменения коснулись федерального закона об исполнительном производстве. Теперь оно может быть полностью или частично приостановлено в случае распространения на должника моратория на возбуждение дела о банкротстве, сообщает Федеральная служба судебных приставов России. Помимо этого, пополнился перечень видов доходов, на которые не может быть обращено взыскание. В частности, защищенной оказалась единовременная выплата в размере 10 000 рублей на каждого ребенка, установленная недавним указом президента страны.